Он стоит, она туда дальше идет. Как они, когда на параде видел, как идут они? Они у них, где это, ну, военные исполняют все это один раз в 10 лет. Так, на молитву, вот так вот, ногу не поджимать. Вот так сразу же настройтесь. И тогда говорить с ней. Ближе подойти нельзя, будет наказано. И у них так, не слушается сын, родители пишут заявление. Ну, может быть, наркоман был. Вот в Библии написано, он не слушает, из дома тащит. И его предупреждали, а он не слушает. Они должны сказать старейшинам города. Его выведут, и родители скажут. Мы много раз говорили, он все делает по-своему, приучился к наркотикам. Отвечаем за свои слова. И в этот же день его убивают проблемы. Это серьезное нарушение. А в Америке так, его там какого-то взяли. Ну, говорит, а можно мне сходить? Ну, корреспонденту хоть и нельзя, говорит, ну, пойдем, разрешил начальник. Ну, и заходят, а там здоровый такой парняга стоит там, 1,96 м. Тебя как звать? Он, Джонсон, и щелкнул каблука. Я говорю, ты военный какой-то человек-то. А почему ты здесь оказался? Потому что был без сэр. Родители не слушался. Ну, его там на сколько-то, на месяц, на полтора. Как с заключенным обращаются, все это гоняют его. И он все это знает. У нас нет этого. А в Америке есть. Я внимательно слежу за воспитанием, какие детей. Оттуда, отовсюду нас приезжали люди с разных стран, в лагере были. Директор Кэссенского института из Лондона прилетела сюда, Ксения Дэнна. Ей дали сопроводительного Самкина Юрия. И она говорит, мне, говорит, половина не сказали того, что я узнала здесь. Это царица Савская сказала Соломону такими словами. Вот это надо просто научиться видеть везде. У меня спрашивают, а вот откуда такое? Я сразу говорю, вот это, чтобы ребенок никогда не стонал, не морщился, не показывал, что ему больно. Кандзё называется, национальный культ в Японии. Кандзё. Он сидит у стоматолога, ребенок. Но ясно дело, ему тоже бормашина, это вот, я начинаю творчество, а мать сзади, кандзё, всякие, а где твое кандзё? Мам, мне нисколько не больно. Все. Откуда они самураи-то? Я же не в один день они. Не по-моему, когда министр так вот сказал, заключает уже мирный договор с Америкой, то министр обороны тут же, значит, пиджак долой, живот так, кишки вырвал, отрезал и пал. Я ни к чему не призываю, я говорю, как есть. Это в Библии написано, такое же было там. Один из евреев мужественно так поступил. Я попутно все говорю. Говорят, евреи, они в войну не сидели там по кабинетам, а медали получали. Шалишь, ты считай, Маковейски. 10 человек, 1000 убивали. Это очень воинственная нация. Самая лучшая в мире контрразведка. Это я давно уже узнал. Вот когда были Олимпийские игры, ну, охраны-то большой не было, и арабы пробрались туда, и всю команду расстреляли. Тогда, сейчас не знаю, кто у них тогда была, отсюда из России ее сделали президентом или премьер-министром. Она, значит, так, образовать особую команду, по всему миру искать, найти и уничтожить. Ну, в любом государстве находили. И большая ошибка произошла. Им показывают фотографии, которые исполнительные, как живут, будто бы той национальности. Но он верит, и везде есть. И получилось, один идет, похоже, нашли. За ним посмотрели, где он живет, что уже уничтожили. Там было, кажется, семеро пробрались, уже шестерых, кажется, уничтожили. Один остался. И, наконец, нашли его где-то в Дании. Ну, и он идет, никак один не ходит. То ребенка встречает там с детсадика, то куда-то. Ну, все-таки где-то подкараулили и убили. И оказалось, что никакого отношения к ним не имеет. Копия похожа. Ну и там такая встряска была на весь мир. Израиль признал, это ошибка, и все остальное, что за этим следует. Я говорю о том, что официально пишут. Это так есть. Было, когда угнали. Ну вот у русских угоняли самолеты, угоняли. А что дальше? Да ничего. Дипломатические разговоры. Израиль так не ведет. Угнали. Захватили заложников и угнали где-то там
неизвестно. Тут же операция. Сразу два военных самолета или три снаряжения и пройти по границе с другими государствами, чтобы никто их не засек. И там как раз вычислили, какое время. Захватывают весь аэропорт, находятся, и которые там в охране нападали, эти, ну как их назвать, альфа своя-то была где-то. И у него меньший братишка там был среди заложников где-то. Он крикнул, лежать, не вставать. А он не выскочил-то с этой, а кто его знает? Его убили тоже, свои же евреи, его убили. Я даже со стороны вот считаю и вижу, ну, страшно все это. Я вот рассказываю, для чего, что вот мы говорим, а как Максим переводится? Очень даже просто. Нет у него, то, допустим, патриарх Кирилл, персидское имя означает солнце. Вот Сергей, значит, почтенный, Николай, победитель, греческое имя. А это Максим. Максим, то есть он, ему что-то ты дал делать, он сделает по максимуму. То есть, ты, сколько тебе? Можешь ты за день 10, а ты там 15 ошкурил. Максимум. Константин, это человек не волнуется, у него константа всегда. Ровно идет, не то, что как на качелях. То улыбается, то готов убить. Перевод. Вот Никита, Виктор, Николай – это одно и то же слово «победитель», только с разных языков. А у меня мать, она Лариса, говорит, Лариса – это чайка. Дети любят, когда вот отвечаешь на вопросы. Я в школах 13 вел занятия, это любимая тема, как сразу сказать. Вот у нас сейчас, а Владимир? Владимир – это славянское имя «владеть миром». Он владеет этим миром. Вчера на меня один напал из Украины. Я так ваши ресурсы всем показывал. Вы такой уважаемый человек. Для меня вдруг вы такое говорите. На украинцев. Да вы знаете, сколько страдает в чужую страну. Пришли захватчики там и все такое. Вы их поддерживаете, хвалите Путина. Медлованецкое ты. Я не отвечаю на такие, но вчера ответил. Я говорю, теперь ты показал себя, сколько уже гнал пургу, как говорят, а теперь... Так, и ты знаешь, где ты нашел, где ты, что я одобряю убийство, где ты нашел-то? Я сказал, молиться нельзя о мире, нельзя, ты будешь проклят. Иеремия 48:10. Проклят, то меч Господень удержит от крови. Вы же вперед-то не говорите, откуда сейчас крещение только ладошкой мокрой? От католиков. От католиков вы приняли. Там у них униаты, то другое. И оттуда приезжают бритые. Бритые. Это бритые, значит, кацап. А кацап, значит, тогда Христос с бородой. Кацап, они сразу... Нет. Ну а как, если кацап означает, как козел? Апостолы с бородами, пророки. Вы бродобрицы, скоблицы. И вы нападаете. Но я не ожидал. Думаю, сейчас он начнет материться. Ну давай просить прощения. Я знаю, там... И... то другое. Такая реакция, я не ожидал. Я знаю, ну, поносят почем зря. И сразу все. А я там возьми, да и скажи, я говорю, язык-то у вас 300 лет, 400 лет. Не было этого языка. А почему они в плене? То у поляка, то у тышами, то где они там. И поэтому у нас тоже есть много слов татарские, там татаро-монгольское иго, 120 лет даром не прошло. А они обидчивые. Обижаются. А обижаться не надо, подсказали, так и есть. Все на этом. Это маленькое поучение. Спасибо, Христос. Слава Иисусу Христу. Господи, слава за всякой милости и щедроты. Ты в избытке посылаешь детям своим силам, дабы мы не заботились. Ты наш Господь и Бог. Пошли необходимое средство для издания книг. Три тома Нового Завета с толкованием блаженного Филактера святых отцов. И труд наш сделай благословенным и безопасным. И пребывание людей, чтобы было на пользу им. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Слава Христу. Спасибо, Христос. Накрывающим. Повара на кухне готовят, а накрывающие раздают. И дети громко кричат хором. Спасибо, Христос. Поварам и накрывающим. Ну все. Так мы уходим кормить свою пару, а вы можете работать и ступать.